я считаю, что очень нужен. Причем нужно, по-моему, вести детей с самого раннего возраста и до глубокой старости. Мне кажется, вот эта вот категория населения, именно вот маленькие и взрослые, очень, ну, престарелого возраста, они как никто другой нуждаются в психологах. Ну, я думаю, что да, и в семье как бы возникают, бывают же такие ситуации, когда необходимо с кем-то посоветоваться и не с кем. Ну, тогда можно обратиться к психологу. У меня нету личного психолога. Я первый раз слышу, что есть такой день психолога. Конечно, безусловно, психологи нужны определенным категориям людей. Мне, наверное, нет. И у меня личного психолога нет, но, возможно, для кого-то это и актуально. То есть люди в наше время испытывают достаточно серьезные стрессовые нагрузки, да, и, возможно, кому-то психолог он необходим. Но я сама им не пользуюсь. Ну, в наши дни, конечно, очень важна профессия психолога. У меня, к сожалению, нет ни времени, ни возможности, нет личного психолога. Хотя, конечно, действительно необходимо при нашей загруженности. Я считаю, что да, конечно, эта профессия очень важна.